Привет, друзья, подписчики мои. Абсолютно внезапно для меня выпуск. Я сейчас нахожусь в магазине «Балди». Такой своеобразный магазин, как канцелярия, плюс игрушки, плюс что-то еще. И здесь еще есть новогодние разные товары. Почему внезапный ролик? Потому что я знаю про этот магазин. Я здесь был, не конкретно в этом, но был. Ребята, смотрите, кого я вижу. Это же явная подделка под... Что? Правильно. Ого! Вот это поворот. Юникорн Вау-бокс. Ну, короче, я тут снимать не особо хотел, но просто мимо шел, думаю, дай зайду. Народ, это... Ну, это самое огромное яйцо, что я вообще когда-либо видел. Это выглядит солидно. Но маленькое уже не так солидно смотрится. Очень много машинок технопарк. Прям полно, если честно. Есть куколки для девочек. Нет, чуваки, серьезно, такая штука нужна на обзор. Я куплю, сниму. Только не знаю, сколько она стоит. Очень много любопытных кукол. Вот такие вот забавные малыши-коротыши есть. Пупсики разные. Собачки. Вот эту штуку я пытаюсь в аппарате выиграть, до сих пор не получается у меня это сделать. Но я уверен, у меня получится. Наборы докторов. Вот эти классные штуки, прям обожаю резать. Ну, вы поняли. Идем дальше. Еще машинки технодрайв, технопарк, играйся с друзьями. Дальше гаражик от технопарка. Первый раз, кстати, такое вижу. Машинки крутые, вращающиеся в центрифуге. Очень много роботов. Ну, понятное дело, это аналоговые роботы от компании Технодрайв. Они, короче, объединили роботы-цифры и трансформеров. Но посмотри, какой прикольный, крутой желтый робот здесь нарисован. А что мы получаем в итоге? Цена 300 рублей, нормально. Роботы-цифры, пожалуйста. Дальше, опять же, очередная аналоговая история на трансформеров. Здесь у нас идут еще трансформеры, роботы, квадрокоптеры, аэрохоккей. Кстати, крутая штука, аэрохоккей маленького. Но я думаю, на самом деле, по коробке он слишком маленький, так что сами решайте. Хоккей обычный, классика. Поезда, Сапсан. Вот, ребята, смотрите, что я нашел. Бизона. Ну, конечно, наш название канала обязательно должно быть тут. Очень много, кстати, поездов. Когда я работал в магазине, у меня вообще не было ни одного поезда. Серьезно, объективно. Люди приходили, говорили каждый день, дайте поезд. Я говорю, ну, у меня только Лего, 7 тысяч рублей стоит. Вот, а здесь, ох, слушай, прям чисто из вестерна какой-то поезд крутой. Как мне нравится, я в детстве просто... И он еще и Бизон, смотрите, ну-ка, ну, а наш, ну, вы понимаете, да, вы понимаете, вот они здесь. Мы потому что ракета, пуля мы сами, друзья мои. Так, что еще, что еще? Ну, короче, аналоговая. То есть компания, например, Nerf, которая делает бластеры. Потом есть компания, ну, например, вот, играем вместе, которая берет идею и делает что-то похожее под Nerf. Я не скажу, что это плохо, если это устраивает вас по цене, то, конечно. Но, с другой стороны, мы находимся в торговом центре, в нормальном магазине. И вот смотрите, какие ребята у нас тут солидные. Слушай, крутяк, набор солдатиков, блин. Вот этого мне тоже прямо не хватало. Слушай. Ну, на самом деле, качество здесь на любителя, но в целом огромный набор солдатиков, я думаю, довольно симпатично. Хотя, я не пойму, они... Я считаю, что лучше бы сделали... Пускай там 20 солдатиков, но годного качества, чем 100 и непонятно какого. Ну, кстати, прикольно, смотри, мечи, щиты, это классно, мне нравится. Так, машинки, бластеры, рации. Интересно, они по приколу или правда работают? Слушай, нифига, они прям тяжелые. Да, свет плюс звук, прикольно. Наверное, работают. А, вот такие пистолетики пластмассовые вроде, да, очень легкие. Смотри, с кобурой, это любопытно. Что есть еще? Еще есть такие вот детские разные смартфоны, караоке, микрофоны, обучалок. Очень много и реально огромное количество технопарка. Только посмотрите, сколько здесь машинок из технопарка. Ребята, кому нужен технопарк, идите в магазин «Балди». Дальше идем. Конструкторы от конторы «Город мастеров». Пришельцы. Пираки, ну это стандартная тема для подобных магазинов. Очень много компаний «Звезда». Даже, я бы сказал, побольше, чем в детском мире. То есть, ну, намного здесь как-то или просто красиво стоит все. Вот. Город Арктики. Ой, город мастеров. Арктика. Арктика, Арктика. Холодно, холодно. Так, Полесье. Неплохая, кстати, контора. По аналог Дупла. За 3000 мы получаем
95. Слушай, ну он прям тяжелый. Вот я прям трогаю, он прям увесистый такой. А, бургеры. Мини-лента 4. Пожалуйста, все есть. А, выбрать есть чего, но надо ли оно, скажем так. Есть настолки. Морской бой. Приколюха. Танковый бой. Мне нравится. А, игры. Дядечка с соплями. Чокнутое ведро. Кстати, оригинал? Нет. Чокнутое ведро. А Hasbro знает об этом? Ребята, играем вместе. Один в один все утащили коробку. То-то я думаю, Hasbro тут быть не должно. Так, игры... О, ничего себе, смотрите, первый раз такое вижу. Компания «Звезда» выпускает игру «Фырчики». Чего? Сейчас «Звезда», на самом деле, меня очень сильно удивляет. Абсурдопедия, пожалуйста. Это абсурдопедия у меня в комментариях творится. Всегда. Вот, вы знаете, да, эту историю. Динозавры. Довольно милые, симпатичные динозавры. Вот. Как у нас хорошо развивается новогодний марафон. Довольно любопытный, интересный магазин я для вас нахожу. Вот такой вот слайм Street Sand. Угу, угу. Так, ну и здесь у нас что еще? Пластилин. Пластилин, разные наборы для детского творчества. И, наверное, все, я думаю, да? Все, возвращаемся к яйцу. Друзья мои, такое было, не подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока.